У нас что, Камрадский районный комиссариат полиции запросил данные по пользователям интернета, которые оставляют комментарии, что ли, на сайте? Значит, как мне доложил комиссар сегодня утром, я тоже прочитал. Значит, вопрос был депутатский запрос депутата парламента Республики Молдова по вопросу информации, кто в отношении, что оскорблений и так далее. И взяли санкцию с Народного суда, значит, провели, возбудили одним производством. Все на законных основаниях, это было месяц тому назад. Материалы сейчас находятся в производстве. Я не готов до конца вам доложить, только что я связался опять с комиссаром. После этого я к себе его приглашу, я думаю, что начальник будет, вам доложит более конкретно. Я вас очень прошу, в этом вопросе опираться только на букву закона. Потому что это интернет, это священная корова, которую трогать запрещено. Если содержатся какие-то оскорбительные с нарушением действующего законодательства и соблюдена вся процедура, которая прописана в законе, вопросов никаких не возникнет. Но если это стремление по любому комментарию узнать, кто там что там пишет, и потом устраивать разборки, и не подкреплено законодательно решением судебных инстанций и так далее, полетят шапки. Поэтому я взял это дело на контроль. Мы уже один раз прославились на весь бывший Советский Союз, когда хотели ввести цензуру на интернет. Я не хочу, чтобы мы второй раз прославились с интернетом. Поэтому очень аккуратно. Чего? Ясно? Понял. Садитесь.